Добрый день, дорогие дамы и господа. Меня зовут, как вы знаете, Олег Алавгудвин. И сегодня я вам покажу очень короткий и быстрый способ, как можно без таблеток мгновенно практически избавиться от головной боли. Дело в том, что сейчас такая у нас жизнь, что часто приходится нервничать, стрессовать. У нас напрягаются плечи, напрягаются какие-то мышцы. Кроме того, там, поругались с начальником, или в дома непорядки, или там банки нагружают кредитами и так далее. Всегда болит голова. И чтобы быстро помочь, есть такой очень хороший способ, китайский способ с помощью точек. Долго я не буду вдаваться в подробности, сделаем все это быстро, оптимально и с помощью экспресс-метода. Берем любые пальцы, например, большие, и массируем себе виски. В данном случае нам надо попасть в такую точку, которая находится внизу височной доли, где у нас заканчиваются снизу мышцы скулы. Чтобы туда попасть, попробуем сжать челюсть. Когда мы ее сжимаем, мы чувствуем вот эту точку. Вот нашли ее. Понажимали у себя, да-да-да, и начинаем силой массировать. Тут неважно, по часовой стрелке вы это делаете или против часовой. Промассировали эту точку, да? Переходим к следующей точке ровно на расстоянии между бровей на этой линии, да, по центру переносится. Ну, переносится чуть ниже, да, но вот повыше. Массируем ее, чтобы в нее точнее попасть и не путаться, попали вы или не попали, берите какую-нибудь побольше часть своего тела. Например, вот это место можно, да? Вот так вот сильно эту точку массируем. Либо большой палец, если вам удобно. То же самое, в принципе, можно другими частями тела массировать и вот виски в этом месте. Делайте достаточно это сильно, энергично. Далее переходим к точкам, которые находятся у нас на затылке. А именно, вот здесь, где крепятся мышцы к вашему черепу, прям где заканчиваются косточки, там такие шишечки, видите, вот такие вот шишечки, выпирающие из черепа, и под ними вот так сильно массируете. Если вам не хватает силы ваших пальцев, берете по два пальца, можно взять по три пальца, или вообще из пальцев сделать такой вот как бы ну как это называется, вот так берете всеми пальцами эти точки, массируете, сделав такой клювик из рук. Видно, да? И желательно пройтись все эти точки под черепом вплоть до ушей. Там, где уже стыкуется у нас челюсть с черепом. Да? Вот тут такая ямочка есть. Вот до нее доходим. Но в ней единственное, что сильно не пережимайте. Там находятся лимфоузлы, там уже надо поаккуратнее. Но вот так вот промассировав все вот эти точки, да, вы быстро себя переведете в боевую готовность, окрепнете, снова сможете трудиться. И еще в заключение покажу дополнительные точки, которые находятся, вот чем нужно закончить этот практикум наш, да. Мы делали под височной долей, да, теперь сверху виска, там, где у вас волосяной покров, например, вот где лоб, да, вот, заканчиваются, начинаются волосы. Также можно эту точку проверить. Там заканчиваются мышцы наши жевательные. Если мы начинаем жевать, сжимаем челюсть. И вы легко можете определить, где они заканчиваются. Да? Там они уже не пульсируют. Берем вот эти точки, соответственно, и также их сильно промассировали.
Но здесь мы включаем технику шиатсу. Не просто массаж, а как бы, так знаете, ввинчиваемся и мягко вывинчиваемся из этой точки. Ввинчиваемся и вывинчиваемся. Давайте попробуем. Винтились, вывинтились. Нажали, отпустили. Такие пульсирующие получаются движения. Но даже все эти точки перекрывает одна тайная волшебная точка, которая находится даже не на голове. Вы не поверите. Она находится у вас всегда под руками. Она находится на ваших руках, на вашей ладони. Если вы поставите вот так вот ладонь и прочертите мысленно линию вертикальную и горизонтальную, да, то на пересечении этих линий вы обнаружите вот такую вот точку, которую берем, замыкаем на другой руке пальцы в кольцо, нажимаем на нее, она будет болезненная. И это хороший признак. Почувствуйте вот эту боль. И здесь также с помощью таких пульсирующих движений нажали, отпустили. Нажали, отпустили. Через боль. Излечение в данном случае идет через боль. Проработав только иной раз вот эти вот точки на своих ладонях, вы уже можете избавиться от головной боли, взбодриться, привести себя в чувство и восстановить свою работоспособность. Чего я вам и желаю. Поэтому смотрите наши видеоролики на этом видеоканале. Подписывайтесь на этот канал YouTube. А мы дальше будем обучать вас все новым и новым практическим упражнениям, которые помогут вам восстановиться прямо сейчас.